Сходила я на рынок, купила вот такие огромные устрицы. Это первый номер. Так. И стоят они 6 евро 12 штук. О, недорого. Для Франции это, ой, для Парижа это просто смешная цена. Да, конечно. Вот он мне открыл, потому что первый рыбак мне сказал, что он не имеет права открывать. Потом я к нему подошла, говорю, вот видите, конкуренты открыли, так что хотите меня иметь в клиентах, открывайте. Естественно, к устрицам. Я купила мускаде белый, золотая медаль. Да, вы уже не участвуете. Хорошо. Вообще не участвую. Стоимость 4 евро, ребята. О, это хорошая. Да. Еще я купила, это вот моя корзинка велосипед. Это я сейчас снимаю на видео. Вот моя велосипедная корзиночка. Угу. Здесь у меня лежат огромные, дикие гамбасы. Вот такие, сейчас покажу. Вот такое животное. Сырые, это гамбас. Ну, как большие. Ну, в принципе, они их варят. Но я говорю им, что вот я в Португалии видела, что жарят на оливковом масле. Они говорят, да-да-да. Я взяла 4 штуки. Угу. Такие здоровые. Прям вот моя ладонь. А вот, ну вот. Угу. С мою очень большую ладонь. Вот, буду на оливковом масле с чесночком жарить. И что я купила, это еще не все. А ростбиф я купила. Я шла за ростбифом. Я с ростбифом начала. Но потом я пошла по этим рядам. Сейчас. Вот. Здесь у нас лежит такая омар. Половинка омара. Вот, они вот так продают уже вареные. Его надо есть непременно с... Вот моя ладонь рядом. Угу. Вот, огромный. А нужно непременно с майонезом есть. У нас, по-моему, есть майонез. Есть майонез, но салочка покупала. Отлично. Вот, а собственно, зачем я шла сейчас? Мне даже самой же смешно. Но я не могу смотреть животных, выглядеть спокойно. Я их... А покупала я вот такой вот шикарный ростбиф. 3 ломтика. Вот они так режут. Совершенно мясо готовое. То есть ну, вот это видишь, он как-то приготовлен. И, в общем, собственно, это должен был быть мой протеиновый обед. Но к нему вот присоединились все эти морские звери. А ростбиф тухнет со страшной силой. Так что придется это все есть. И бутылочка очень красивая. Очень какая красивая. Бутылочка очень красивая. 3, нет, 4,80 она дорогое, стоит. Дорогое, хорошее. Дорогой 4,80? Конечно. Ребята, ку-ку, кто там в России сидит. Золотая медаль. Мускат. Белый, под креветки. Мускат это хороший. 4,80. В общем, вот эти устрицы с мускатом, они мне обошлись в 10 евро. Так что приезжайте на Атлантику.